вместе. Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Екатерины, под ногами. 7 тонких тел Екатерины находит все. Ну, чистая. Хорошо, считай, пожалуйста, сколько у нее сейчас энергии и какая частота вибраций? 250 энергии, 17 вибраций. Ничего себе. Вот это да. Неужели человек работает и заправляется энергиями? Екатерина, вы заправляетесь энергиями? Сегодня, да. Отлично, продолжайте. У вас хорошие результаты. Хорошо, Верочка, теперь считай, пожалуйста, информацию, сколько процентов энергии, какая частота вибрации необходима Екатерине. Приятное удивление. 320, 23. И на счет 3 в макушку головы Екатерины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать Екатерине. Мощность потоков усиливается. Частота ее вибраций поднимается до числового значения 23 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Екатерина, как вы себя чувствуете? Все нормально? Отлично чувствует. Замечательно. Поднимаете уровень энергии до 320% и 23 Гц. Мы очень приятно удивлены вашим сегодняшним количеством энергии и частотой вибрации. Все у вас отлично получается. Поздравляем вас. Да, Екатерина, вы сейчас побудете с нами. Вера сходит, возьмет ребенка, и мы поработаем тогда с ребенком. Хорошо, Верочка. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2019 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Алина выходит из биоробота, становится рядом. И если есть какие-нибудь голограммы, копии, подключки, все это проявляется и становится видимым. Она вышла, на ножку показывает. Что там пока не вижу. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Алину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Алины поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы здесь. Алина идет к маме. И мы спрашиваем у мамы разрешение на чистку Алины. Разрешает. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Алины, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Алины, находит все. В ногах только черт может быть. Нет, у нее белое что-то там. Как белый бантик какой-то. Да ты что? Где он сейчас? На ноге. И снимает. У меня 2 канала. 2 канала? А от банта есть канал? Нет, снимаю это дракон, бан дракон, он выкинул белый флаг, чтобы его увидели, синий дракон. А мы чистили ее дома? Да. Значит, дракон не мог уйти, да, дракон? Плечами пожимает. Понятно, хорошо, значит, у нас один синий дракон, считай цифры над головой. Одна голова? 29. 29? Да. Всего? Дракон, так ты вообще ребенок? Он почему-то показывает книги, сказки. Ему нравится, когда книги и сказки читает. Или же ребенок так навизуализировал себе хорошо. Ну просто 29 уровень у него, это они по возрасту одинаковые с ребенком. Поэтому ему и сказки нравятся все это. Да, дракон? Ему нравится, ей нравится. Так, ладно, ты еще маленький. Ты мне скажи, как долго ты находишься в этом биополе? Она тебя может видеть, дракон? Может. Понятно, поэтому она, видать, боялась тебя. Хорошо, итак, как долго ты находишься в ее биополе? Не знаю, 3-6, говорит. 3-6. Месяц? 6 месяцев. Понятно. Это тебя мама подкинула, да?
Или как ты попал в ее биополе? Но он почему-то показывает эти книги, из которых он, в принципе, и вышел. А ребенок его увидел там. А что там, портал был или что там в книгах? Он привлек внимание ребенка. Ребенок его визуализировал. И он вошел в биополе, да? Ну, он как притянул, он как магнит показывает его, как ветром, что ли, вот тут к ней притянулся. Я не понимаю, как такое бывает? Я еще ни разу не слышал, что дракон притягивался к ребенку. Ты мне все рассказываешь, дракон? Чтоб тебе войти, тебе надо получить или разрешение, или обмануть ее. Я тебе рекомендую, дракоша. Ты маленький, я не хочу на тебя воздействовать, доставать печать дракона, которую ты никогда не видел, и у тебя начнет болеть очень сильно, потому что все. Поэтому расскажи мне все, как есть. И я тебя отправлю потом на твою чистоту. В противном случае ты пожалеешь, что ты сюда попал. Я тебе еще один шанс даю. Давай. Во сне. Во сне. И кем ты ей предстал во сне? Другом. Драконом так предстал. Ты предстал в своем виде, в смысле, вот как ты выглядишь согласно своему эфирному коду? И она не испугалась тебя? Я хорошо выгляжу. Хорошо. Хорошо выглядящий. Все дети хотят дружить с драконом. Да, к сожалению, есть такое, могу подтвердить, особенно даже через компьютерные игры. Ладно, хорошо, дракон, во всяком случае, мама ее не хочет, чтобы ты находился в ее биополе. Так, второй у нас канал, кто там, Вера? Арахноид. Арахноид, где ты подцепился? Где это помещение было? Покажи. Больница или дома? Поликлиника? Она... Совсем маленькая. Да. И где она находится? Не дома. Не дома. Где-то в другом месте. Это, ну, хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе, Арахноид? 2,5 года. Ребенку всего 3 года. То есть ты 2,5 года, когда ей было 5 месяцев, ты уже в нее вселился. Где это было? Покажи мне, это была больница, или это поликлиника, или в каком месте это было? Или это дома было? Это было. Это не было дома. Это было какое-то место. Он отщипнулся. Отпочковался, понятно. Своей паутины какой-то. Угу. Понятно. Небольшого размера. Да. Какое-то время очень крепко держался, чтобы зацепиться. А как ребенок... сейчас уже сидит. А как ребенок ощущал тебя на физическом плане? Какие боли ты доставлял? Какие неудобства? Она чувствовала его. Раздражала на ее. Она плакала, она кричала. Какая реакция? Плакала. Реакция ребенка была плач. Понятно. Скидывать хотела меня. Ну, это не так легко, к сожалению, для 3-летнего ребенка. Но для этого мы существуем. И мы помогаем им. Хорошо, объявляю программу. Сейчас начнется чистка. Мы отдадим реверсам вам энергии. Отдадим чужеродную энергию, которую вы ей дали. Заберем светлые энергии. После этого вы вытащите все, что вы оставили в биополе. Я проведу проверку. Если надо, проведу рассинхронизацию. После этого проверка будет 2 миллиона герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, или подумает пошутить, он просто сгорит в этой клетке. Я не хочу, чтобы вы горели в клетке, поэтому я прошу кооперировать со мной и не обманывать. После того, как вы пройдете проверку, я отпущу вас на вашу чистоту первый раз. Если вы второй раз вернетесь, вы уже никуда не уйдете из этой комнаты диагностики. Все понятно? Да. Хорошо. Я даю команду тонкой копии. Мама помогает. Я даю команду тонкой копии Алины спроецировать энергетические, сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются, в сущности подходят к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Алине, энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел поток. А вот к арахноиду серость идет, серая энергия.
А к дракону идет капризы. То есть как, там как два ребенка. А, ну он же сам маленький, конечно. Хорошо, усиливаем потоки. За двоих. Да, даю Алине необходимое количество энергии. Она это все выдавливает. Мама помогает ей своей энергией. Все по каналам назад возвращаем. Все капризы, все серость, все назад. Этот дракон что-то сказать пытается. Он говорит, что есть еще ребенок. Еще один ребенок есть? Нам вроде ничего не говорили за другого ребенка. Ты хочешь сказать, что у Алины есть сестричка или братик? Он кивает. Но я не знаю этой ситуации. Она нам не говорила ничего. Она нам сказала одного ребенка. Ты тоже там находишься, да, в том? Или там кто-то твой брат находится? Нет, не находится. Он просто говорит, что есть еще один ребенок, который вызывает у него трепет. А почему? Он старше. И что тебя так... Там мальчик. В трепет вводит? Что тебя именно? Не понимает его Алина. Хорошо. Как у нас с реверсом? Закончен. Устанавливаем фильтры золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Алина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Алина себе обратно. Она хозяйка своих энергий и возвращает все свое себе обратно. Я поняла, почему он говорит. То есть началось с капризов, что к дракону возвращались капризы. То есть дракон начал показывать ребенка, который старше, который... Алина не знает, как на него реагировать. Для меня это абсолютно новая ситуация. Нам никто не говорил за второго ребенка. И капризничает. Вот почему он это сказал. Да, она не знает, как реагировать, она капризничает. Хорошо. Реверс закончился? Да. Хорошо. Сейчас выходит тогда арахноид. Арахноид, ты синхронизирован с Алиной? Да. Хорошо, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе полностью. Ничего не забывай, всю паутину. Я буду проверять, смотри. В твоих интересах все вытащить. В волосах у него плетены. Паутина. Вытаскивай все. Готово. Хорошо, синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, все, что ты там оставил, отключай, ничего не забывай. И докладывай о готовности к проверке. Приступай. В третьем глазе место у него было. В третьем глазе сидел, да. Понятно. Готово. Хорошо. Так, переходим к рассинхронизации. Я даю команду тонкой копии Алины начать рассинхронизацию. Число значения 100%. Готово. Так, проводим сейчас контрольную проверку. Я даю команду сканеру начать контрольную проверку. 1, 2, 3. Малейшие наночастицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное, загораются маячки. Пошел скан. Зеленый. Хорошо, все прошли проверку, буду отпускать. Предупреждаю сразу арахноида и синего дракона больше не приходить в это биополе. Вам все понятно, да? Да. Открывается наверху на частоте арахноида против часовой стрелки портал на его частоту. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Синий дракон, ты знаешь, куда ты сейчас идешь, да? Кивает. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон уходит на свою частоту, забирая все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяй. Ребенка вырвала. Вырвала? Почему? Вырвала какой-то рыбой. Она бьет хвостом. И рыба отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Такого еще не видел. Выстраиваем от рыбы канал к ответственным. 1, 2, 3. И притягиваем ответственного за эту рыбу. А нету никого. Она таким путем хочет показать маме, что она не хочет рыбу. Хорошо. Мама, Екатерина, Алина не хочет кушать рыбу. Ребенок смеется. Мы вам просили, вернее, вам просили это передать. Можно вместо... Хорошо. Отлично. Есть еще рыбные палочки, наверняка они вкуснее, чем
В общем, ребенку нужно подобрать какую-нибудь другую пищу, потому что она об этом сейчас заявила. Все, я подхожу к Алине, кладу руки на плечи и даю удар, сжигая все каналы к интерферентам. 1, 2, 3, удар. Готово. Открывается портал галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, давай посмотрим, что мы еще можем сделать для ребенка. Рыбу убери. Открывается под ней портал в галактическое ядро, и рыба улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Еще рыбы не хватало в комнате. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таково, если было, проявляется. Чисто. Если где-то еще осталась негативная энергия, то энергия проявляет ее в виде темных пятен. Пошел свет. Она так смеется радостно. Она и на фотографии смеется. Нравится детям энергия. Она же до 5 лет видит все, может. Ну, ты говоришь, пошел свет, она его излучает. Самая молодец. Хорошо, есть темные пятна? Тарахноида есть вверху головы. Хорошо, появляется. Открываем воронку против часовой стрелки. Появляется твой высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий и вибраций. Приступай к работе. Удали эти пятна. Щекотные. Готово. Как и эмоциональный фантом выглядит, он выходит. Если что-то есть негативное, проявляется. Капризы, грусть. Капризы, грусть. Открывается портал в галактическое ядро, и эти эмоции улетают на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. И капризы, грусть ушли. Инструмент тоже выкини. И выкидываем воронку. Инструмент уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, давай заправим энергию. Сколько энергии нужно и какая частая вибрация? Линия. 150 и 15. И на счет 3 в макушку головы Алины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 150% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимается до 15 Гц. Пошел подъем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Я думаю, пока идентификацию ей не нужна, но защиту мы ей поставим. Создаем защитную оболочку защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Готово. Пусть тонкая копия Алины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 500. Рождение. 500. Отлично. И... поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Алины до значения 500 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алина, как ты себя чувствуешь? Уже ничего не болит у тебя? Спокойно чувствует. Отлично, молодец. Хорошо, будем тебя возвращать сейчас назад, а потом вернем маму. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Алины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Я на месте. И для усвоения энергии вибраций возвращаем Екатерину в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.